День добрый, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале, и мы продолжаем прохождение цивилизации 5 за Рим, играем на божестве. Это у нас 20 серия. Итак, кратко, что у нас было в прошлый раз. Мы тут объявили войну Эфиопии, отбили ихнюю контратаку, хотя она тут экономику попортила своим десантом, но очень нам в этом помогли стелс-самолетики. Это очень классно. И сейчас мы начинаем Харер, город, штурмовать. Задача захватить столицу, как обычно. Подписали мы Россию воевать против Эфиопии, и она довольно-таки, как скажем тебе так, понравится, что-то делает. Если я предложу такой обмен? Уран, блин. Уран. Надо брать, иначе у нее будет много урана, а он нам очень нужен на этих двухногих товарищей. Угу. И Россия потихонечку штурмует. Войска у нее, конечно, не такие большие, но штурмует. Блин, что-то у синего так мало армии стало. Нужно два поселенца. Прикольно. Да, мы заметили у Америки две ядерные бомбы где-то вот в районе этого города. То есть Америка еще владеет ядерным оружием, что довольно-таки нехорошо. И бомбардировщиков у нее куча целая. Да, тяжело будет с ней воевать. Где кого убили? Это ОБЧ наш, но ОБЧ где? А, вот тут стоял. Залупили его. С базуки, наверное. Ну да, с базуки. Все, этот раненый еще и город стрельнул. Да, блин, буду их терять тут я. И он был раненый, кстати. Он тут подлечился, немножко туда пошел. Такие у нас делишки, друзья. Мы потихонечку подвели сюда две РСЗО. И будем сейчас этот город, ну не знаю, хода раз, два, три... Ну, хода за 4 должны взять. Может быть, даже меньше, учитывая, что у нее 157 обороны. У меня тут очень много ОБСЧ этих. Я думаю, возьмем. Так, что мы имеем? Еще один построился, да? И мы переходим на стелсы. Мы активно-активно строим стелсы. 37 производств. Слабое у нее производство, конечно. Ладно, давайте самолеты строить. Остальное не так важно. Город, кстати, он не штурмует мой пока. О, еще один вытянулся. Поплавать. Сейчас ты доплаваешься. Тут у меня самолеты все раненые. Ага, вот этот нормальный. Блин, слабенько, да? Ого, 10 на 20 поменялись. Офигеть. Так, ну тут давай третий урон по городу. Учись, давай. Третий урон по людям. И надо вот этого добить. Такая оборона у них 153. Офигеть просто. 24 на 9. Ну тут нормально. Четыре на непонятно сколько. Парашютистов поменьше, но все равно парашютисты даже меня бьют сильнее. Да, самолеты штука хорошая, но они быстро изнашиваются. Тут мы потихоньку производим ремонт после захвата.
Франции. Так, и тут мы подогнали сюда нашего лидера, чтобы тут где-то захватить несколько территорий. Вот только надо подумать, какие. У нас, в принципе, все есть. Даже не знаю, чтобы его отжать. Мне бы хорошо бы отжать, конечно, радиацию. Но ее тут нигде особо так и не отожмешь. Тут она у нас есть. Тут мы ее уже отжали, кстати, тоже у России. Алюминий этот можно отжать, но у нас еще двадцатка, в принципе. Ну, давайте алюминий отожмем. У Японии. Хотя с ними мы ссориться не хотели, но я думаю, нам это особо не помешает. Так, кого бы мне завалить? Вот эту вот, наверное, надо Катюшу завалить. Бо что-то наши тут как-то проигрывают. Шесть, ну, теснят наших союзников. Я бы сказал, это не очень хорошо. Да, в прошлый раз меня поосуждали все негодяи. Мы получили этого бесплатного крутого, блин, что он как-то так странно корабли сюда заводит. Такое ощущение, что он напасть хочет на меня. Но тут армии нету. Странно. Война тут у них какая-то странная, никто никому ничего пока не захватил, просто портят экономику. Также мы караваны перебрасываем. Сейчас раскачиваем Киев усиленно. Наверное, отсюда тоже в Киев закинем. Так, что у нас здесь? Мы штурмуем город. Я думаю, мы его осилим. Через несколько ходов. Так, наверное, тебя надо куда-то закинуть тоже. А куда? Следующим ходом, в принципе, можно попробовать будет город взять, но, наверное, лучше бы еще ходочек потерпеть. Не отдыхай. Тут надо свиней охранять. Армия толпится. Толку с этого нету. Так, с Екатериной почему-то опять оборонилка. Пала, давайте ее обновим. Здравствуй. Что у тебя, не слава богу. Продолжай. Кстати, прекрасно. У нее один уран появился, надо его выкупить срочно. Продолжай. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Продолжай. Ого, за памятники, да. Как тебе понравится, за 4 если голоса. Я предложу такой обмен? Ничего себе, продадим. За 4 голоса за памятники, надо запомнить. Договорились. Хорошо. Так, это ж получается, и с этим тоже, наверное, у нас союз отпал. Вильгельм. Не, не отпал. Игор. Ладно. Города вроде все мои, все нормально. Так, а тут у меня мотопехота, иди сюда.
Тоже столько армии накопилось. А пройти в эти ворота не может. Кстати, в прошлый раз у нас прошло всего 6 ходов за час. Вот такие вот дела, когда война довольно все медленно идет. Да, в прошлый раз мы, кстати, улучшили себе улыбок на 19, по-моему. Это мы вместо института открыли новое, как она называется, идеология. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Щедрость хочет. Нет, извините. Вот, мы тут идеологию порядок. За каждый плюс 2 монумент взяли себе улыбочки. Это плохо. Россия уже начинает меня терроризировать, хочет от меня подарков. Чувствует свою силу и превосходство, видать. Это нехорошо. Что у меня тут с... А, у Японии берет город, прикиньте. Интересно. Так, еще одного потерял. Блин, я каждый ход буду по одному, наверное, терять. Да, блин. Это плохо. Тут, кстати, у нас еще одна мотопехота. Она, в принципе, мне не нужна. Надо ее, наверное, кому-то подарить. Кстати, я про это и забыл. Надо дарить тех юнитов, которые я строю. Тут Индия что-то делает. Индия же, по-моему, не воюет ни с кем. Она прячется, наверное, от Нидерландов, которые вот здесь, не знаю, далеко. Тут еще у нас два истребителя, три истребителя, два бомбардировщика. Так, наверное, вот я тебе подарю. Вот эту мотопехоту. Так, сколько у нас? 86 92. 6 монет я плачу, ничего себе. Кстати, тут стелс у меня. А, это он построился. Я думал, что он тут гуляет. Сюда не долетят, ладно. Опять десант. Как он заколебал. Так, 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 десант. Ну что, попробовать город взять. Давайте сначала РСЗОшками. Класс, такая дальность. Я просто офигею. 32. Теперь давайте посмотрим, что у нас с самолетами. Что у нас... По армии, да? Так, где у нас по городу? Вот этот по городу. Сколько он даст, интересно. А, 22, кстати, неплохо. Кстати, очень даже неплохо он даст. Десяточку, нормально. Вот этот должен много дать. 19, хорошо. Так, ну этот инвалид. Этому надо лечиться. Это 12. И этот, наверное, десятку, да? Девяточку, нормально.
Так, тут у нас Катюша, отлично. Значит, можно еще где-то один самолетик найти. 28. О, и начинать захватывать. Харрер, 103, стало 108. Это значит, он мне дает 5 улыбок. Нормально. 7 ходов будет сопротивляться. Минус 8. Отлично, я всего 3 улыбки потерял. Это радует. Так, наверное, мы... Блин. Тяжело этого бить. Сюда, наверное, отойдем. А тут, наверное, Катюшу вот эту убьем. Захватили какого-то кренделя. Проповедник, блин. Чутка легче стало. Так, давайте, наверное, подводные лодки будем пока бить. Ого, они тоже сопротивляются прилично. Прикольно, прикольно. О, кстати. Мне тут работники нужны. А их нельзя захватить, жалко. Для восстановления все, что тут награблено. Тьф, странно. Рядом с армией даже считается, если она на воде. Ходы забираются. Это очень странно. Так, давайте Занзибару тоже подарим. Шесть монеток, это хорошо. Хороший бонус, так сказать. Надо там дорогу тоже строить, кстати. Ну, далеко они летят. Так, неплохо. Блин, они мир подписали. Вот заразы. Индия подписала мир, блин. Надо с ним переподписаться. Ведром хохруц. Я? Странно, союз уже заключен. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Еще дороже хочет, ладно. Well, come on. В Америке, кстати, деньги заканчиваются. И они готовы напасть на Индию за меха. You cannot be serious.
Certainly not. Тебе что, уголь надо? Да у тебя есть уголь. Agreed. Ладно, черт с тобой. Такой agreed, согласен. Морда наглая такая. Пусть воюет с Индией. С Индией надо воевать. Так, захватили немножко алюминия. 5 единичек, отлично. Так, я думаю, тут, в принципе, армии достаточно. Что себе до хрена сюда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, а не, это много, давай сюда иди. То, что я много туда накидал, потом придется их перекидывать куда-то обратно. Так, Америка с Индией, ну надеюсь, она сейчас тут десант высадит. Это было бы очень хорошо. Зараза. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Еще одна, кстати, уран. Отлично, выкупили. Надо весь уран выкупать. Будет он мне еще указывать, француз. У него там, по-моему, сколько? Один город остался, да? Авиньон. И все, больше у него ничего нету. Тут все у него забрали. Да, один город остался. В принципе, Франция вот это и вся. Феодора ко мне пролаживала путь. А японец его разграбил. Ух ты, ядерный удар был только что нанесен по Японии. Ни черта себе, сказал я себе. Кто это ядерное оружие применил? Оно же запрещено, да? Интересно. Так, что у нас здесь? Тим подставился. Как-то они так воюют странно. О, кстати. Тут уран есть, ё-моё. Единица. Ну, это, наверное, к Атисабебе как раз относится. Так, а нам надо вот здесь расположить Катюши. Чтобы забрать этот город. Вообще было бы классно, чтобы его забрал мой союзник. Так, ну этот мне, в принципе, не нужен, товарищ. Mm-hmm.
Ого, тут сколько Катюш. Круто. Блин, не достану сразу с первого хода. Цветок на пересечении стоит неаккуратно. Да будем штурмовать. Чуть тянуть кота за одно место. Там десанта у нас нету никакого. Ну, вот сейчас мы по Катюше и ударим. 28, насколько она? 21. Нормально. Двадцать пять на 12, хорошо. Ух, блин, подожди. У тебя больше половины жизни, добивай. 39 на 8, отлично. Так, этот останется, наверное, в обороне. Добьешь? О, нормально, минус один добьешь. Так, этим ты, наверное, вот этого сразу. Бах. Отдыхай. Так, а ты вот этого. Так, где это мы? Это мы во Франции. Так, там сказали, у меня армии хватает. О, перехватчик. Перехватчики нам нужны. Наверное, где-то вот в этом районе. А, сюда нельзя, да? Куда можно? Классно, если самолеты, блин, так сдалека можно нанести урон. Просто супер. Так, куда тебя засунуть? Некуда, да? Угу, арсенал. Давай стелсы будем строить. Итак, голосование. Значит, мы продали за памятники 4 голоса. И налог на регулярную армию попробуем продвинуть. Всего 30 голосов. Что у нас по городам и государствам? Да, все мои. Отлично.
Так, с Екатериной у нас, как обычно, нифига. Феодора шелк брала. Так, давайте проверим. Здравствуй. Баронки. Как обычно. Продолжай. Продолжай. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Если я вот такой обмен предложу. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? По 7 готова брать, да? За 14. За 15. И за 15. Прекрасно. Нормально. Хорошо, бери. Так, с Ганди вражда, что у меня с этим? О! Чанто китеору. А, у него минус 50. Обалдеть. Минус 50. Денег нет. И bien? Минус 9. Adelante. Понятно, это уже изгои. Vita. Είπε μη. Συν συγγνώμη έχω. Короче, ладно, дуются на меня все. Пусть дуются дальше. Вейдером хохруц. Мы держимся сейчас yeah. основных трех стран. А остальные пусть отдыхают. Так, а тут мы оба чешки строим. Нормально. Если что, то мы еще сможем построить мусорные заводы. И это нам даст дополнительное... Сколько там? По 2, по-моему, да, алюминия. С Буэнос-Айресом. Конечно. Мы со всеми налажим отношения. Вот такой план. В прошлый раз я вам рассказывал, давайте еще раз вкратце вам расскажу. То есть сейчас мы бьем Эфиопию. Выжидаем время, там, по-моему, до 44-го или до 46-го у нас союза и прохождение по территории подписано с Индией, потом будем на Индию нападать. Плохо, что с Индией помирилась, конечно. Амстердам, вот это очень плохо. Ха, готов город отдать, 23-й. Да спасибо, нафиг он мне нужен. Твой город... Абуза. Так, это кто? Екатерина переходит все мыслимые границы, объявим войну Екатерине. Не интересует нас такое. Сам с ней воюй. Ты черти где находишься, блин, за войну объяви, ты будешь сидеть на месте, а я буду дергаться туда-сюда. Как обычно. О, сейчас наконец-то Екатерина захватит Францию всю. И она перестанет мне голову морочить. Это Франция. Кстати, где наш результат по голосованию? Феодорин путь опять раз воровали. Вот японцы дают, блин, жару. У них так много городов. Так много армий. Странно, со всем миром воюют. И нормально себя чухают. Вот дают. Давайте еще раз посмотрим дипломатию. По Японии. Вашингтон с Индией. А, с Вашингтоном они не воюют. С Екатерина с Японией воюет. Франция и Эфиопия. Так, Наполеон, Россия, Япония. Понятно, Ганди, Америка, Япония.
Да, Япония, Россия, Франция, Индия. Ну, Франция это не враг. Индия, Испания. А Испания это тоже слабенькая. Византия, Эфиопия. Эфиопия это ни о чем. Короче, Византия рядом. Индия рядом. И Россия, что если она перестала воевать. Изабелла, Феодора, понятно. Вильгельм ни с кем не воюет, это плохо. И Аксия ни с кем не воюет, надо, чтобы воевали. Так, давайте посмотрим, кого у нас убили. А, ну да, этого, которого я и ожидал, с двух сторон города его расстреляли. Ладно, черт с ним. У меня их много, еще построим. Так. Мне надо сейчас самое главное это, блин, эти Катюши побыстрее сюда завести. Они такие медленные. Так, подошли они к городу, это хорошо. Надо расчищать немножко, наверное. Опять на эту точку стал, да? А, это моя территория, я могу расшириться. Прикольно. Но пока стой. Ну, вроде неплохо. Так, что мы на Киев можем кинуть или нет? Не можем. Давай тогда в Крым перебазируемся. Тут будем уже охранять территорию. Что у нас здесь? Ремонты, сплошные ремонты. Тут надо уже перебазироваться куда-то. Наверное, мы вот этого сюда кинем опять. На этот фронт.
этот в обороне посидит. Самолета мы пока подлечим. Тот, в принципе, свеженький. Можно кого-то гэпнуть. Некого гэпать. Отдыхай. Так, а тебя можно перебросить куда-то поближе. Блин, тут уже два самолета. Как бы этот город не захватили. А у него сухопутных тут войск нету, в принципе, так что, наверное, никак. Что по предложению? Я что-то не увидел. Ереван хочет денег. Благовония отпали. А у нас они есть. Так, вот вижу я результат. О, резолюция. Налог на армию принята. 30, они отдали 11, 14 и 4, 18, 19. Отлично. Налог приняли на армию. Ого, сразу стало минус 43. Круто. Давайте посмотрим, что у них там стало. Good day. Ого, минус 300. Вот это круто. Вот это я их поднагнул немножко. Здравствуй. 136, нормально. Продолжай. Уран освободился у нее, блин. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Забирайте. Так, Ганди, вражина. Опять а ты? Опять а я, блин. А по 7? Обойдешься. Так, хорошо, что в Японии? О. Минус 99. Саки ни суме. Супер. Шо в Японии? Ведером хохрут. 320, нормально. Ik hoor. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Шесть, ты сильно наглый. Heel goed. Так, вроде все попродавали. О, это уран есть, прикольно. Нигугани. Сам-сам. А ты габури. Выкупим уран у него. Пригодился, блин, товарищ. Вита. Ипеми. Син сигноми нехо? 7 5. Ладно, хрен с тобой. Агафа. Золотая рыбка. Мне надо сокращать дефицит бюджета. Пусть будет. Так, и что мы будем вносить? Давайте сначала посмотрим, что у нас по государствам. Все наши, блин. Нам надо... Знаете, что сделать? Нам надо купить какого-нибудь... За веру. Торговца великого. И потом пойти сделку сделать. Так, а давайте посмотрим по памятникам, что у нас там культуры. Все проголосовали, действуют, да? Согнай Франция, Испания против была.
Так, что бы нам такое внести? Надо против Индии что-то. Эмбарго против Индии, наверное. А толку, да? Ладно, давайте эмбарго против Индии. Она и так с нами поссорилась. Я сейчас чувствую, она нападать на нас будет. Лишь бы у нее атомного оружия не было. Ну, по идее... О, самолет появился. Сразу видно стало. Армия у нее такая слабая. Куча морпехов. Черти шо. Черти шо. О, Францию разграбляют. Отлично. Тут двойная польза с этой Францией. Во-первых, она не будет голосовать, если ее убьют. Во-вторых, осуждение мое пропадет, если ее убьют. В-третьих, Россия освободит свои силы и пойдет куда-нибудь на Японию или на Эфиопию. В принципе, сейчас Япония более приоритетна. Но есть и минусы. Россия может на меня напасть, так как у нее армия освободится. Город Копенгаген. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Heel goed. Что тут был ядерный взрыв, что? А нет, это просто много выстрелов одновременно показались. Копенгаген. Где этот город? Что-то я потерялся, где этот город. Но это ж не мой. А, Копенгаген, подожди, это город-государство, по-моему. Блин. Короче, не знаю я, что это за город. Нет, тут Буэнос-Айреса всякие. Думаю. Короче, фиг его знает, что это такое. Не знаю, кого он там обстрелял. Этот город лечится, значит, он не обстрелянный. Так, пустыня. Блин, тут надо дорогу пролаживать через эту речку. Ё-моё, у меня тут работников нету. Плохо пехота дала жару. Так, у меня тут вот этот товарищ страдает.
Так, мы его окружили пока. Так, ну что, можно потихоньку долбить город, наверное. Следующим ходом там уже будет Катюша. 28, нормально. Тридцать четыре на 42. Тоже неплохо. Так. О, хорошо. Сюда, кстати, тоже еды бы закинуть, было бы неплохо. Что тут караван, караваныч, в Киев. Еды бы закинуть. Кто такой? А, торговец. Великий торговец. Сто 12 200. Блин, зайти на ихнюю территорию и торгануть. А как тут зайдешь? Тут столько армии, блин. Как ни сюда не зайдешь. Давай сюда пойдем. Две тысячи денег пригодится. Так, а мы тут город подолбим немножко. 26 на 42, нормально. Так, давайте подкормим апельсин. Ну, почти треть сняли, нормально. А этих ребятушек надо куда-то, наверное... Тут гнать, чистить. Мирного договора мы и Наполеон. Закончился срок. Давайте посмотрим, что у нас осталось, какие договоренности с Индией. Оборонительный. Открытые границы на 40-м ходу через 3 хода. Оборонительный — это ерунда. И алюминий за алмазы я у нее покупаю на 49-м заканчивается. И все. Короче, 49-й ход. И можно нападать. 12 ходов у нас есть для захвата этой столицы и перебазировки на Индийский фронт. Good. Займемся же этим.
Сейчас, наверное, будем сухопутными войсками штурмовать этот город. Если, конечно, он самолеты отсюда не перекинет. 9 самолетов, надо их брать, пока они здесь. Чтобы они были разрушены. Сейчас, наверное, спешить не будем. Чтобы армии много не потерять. Катюшами подведем, может, за 2 хода и возьмем. Давай. Что ты тут придумал, великий воин эфиопский? Да, перекинул все самолеты. Он чувствует, что этот город скоро потеряется. Блин, Нидерланды дружбу подписали с Индией, это плохо. Ё-моё, недавно воевали и уже дружат. Тяжело их тут заставить ненавидеть какого-нибудь твоего соперника. Очень тяжело. Буквально недавно воевали, уже дружат. Сколько тут? 2-3 хода прошло. Вообще мелочи жизни. В третьей цивилизации, если такое произошло, то они долго будут ссориться. А тут буквально сразу и друзья. Давайте, кстати, посмотрим. Путь к победе. У нас 162 хода осталось. Столицы все, наверное, за 162 хода не смогу захватить, поэтому по очкам будем выигрывать. А по очкам я на 1000 отстаю, блин. И в основном по населению. Америка, блин. Здравствуй. Говори. Прекрасно. Продолжай. Да и пофиг. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Как тебе понравится? Короче, ничего и не надо, да? Мин тефельгалле. Ведером хохруц. Это надо было с ним говорить, когда он воевал с ней. Теперь Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Теперь ему пофигу. Да, жалко. Так, что мы можем здесь сделать? Дальность. О, у тебя уже дальность позволяет. Вот это супер. Чине позволяет. Раз, два, три, четыре. Ну, позволяет. Тридцать четыре. Вот это крутая, слушай, штука. 36. Так. А тут надо освободить территорию. Чтобы это достало. 34. Отлично. И мы сейчас захватим этот город. Так, подождите, ребятки. Ого. Кто тут этот город штурмует, непонятно. А, вот он, Копенгаген. Это сюда он летал. А, понятно.
А я думаю, куда же он летал? Да, все-таки по моему городу. Были эти вылеты. Так, надо сюда пролаживать дорогу. Ну ты отсюда достанешь? Достанет. Супер. Ух, они далеко летают. Сумасшедшая единица такая. Ну отсюда ты не должен достать, да. Финкеть. Такая дальность. Так, а кто остался? Два стелса осталось. Не успел перекинуть, да? Так, берем тогда тебя. Блин, этим бы отдать. Знать бы, что они захватят, я бы отдал. Но тут у них кроме мотопехоты маленькой ничего нету. Занзибар вернуть. Так, что мы тут имеем? Тут дофига строений, кстати. И чудес нету. Двенадцать единиц потеряю, блин. Жалко. Может, они его перезахватят? Наверное, вряд ли. Этот город мне не нужен. Надо вот эти повыбивать. Блин, тут Катюша. Ты чё, он всё? Отвоевался уже? Ё-моё. Тут Катюша. Кстати, тут можно отхватить этот кусочек. А, в принципе, я все равно его заберу. Не, оставим его. Я, наверное, отхвачу потом чуть позже вот этот кусок или вот этот, когда вот этот город захвачу. Ну, в принципе, пока все, великий музыкант.
Так, и что ты мне дальше предложишь? А, тут у нас переброс войск идет. Надо Индию не запугать. Так, а тут я хотел восстановлением заняться. Что ж, друзья, на этой позитивной ноте захватили Харрер, захватили Лалибелла. Следующим ходом, я думаю, столицу возьмем. Такая у нас удачная война. Все по плану. Счастливо, друзья. Оставляйте комментарии, лайки, подписывайтесь. Вы одержали победу благодаря неотразимой силе культуры. Пышные монументы и гении творческой мысли возвеличили вашу цивилизацию в глазах всего мира. О вас будут слагать стихи, пока сила красоты способна исцелить измученных.